Привет, с вами Андрей, мы продолжаем Шатер Пиксель Данжен. Собственно, у нас воин, это был тестовый воин, его можно убрать. Собственно, мы с вами в прошлой серии остановились на том, что подошли к боссу. У нас, собственно, такая вот экипировка в данный момент, броня напряжения. Правда, для нас бесполезный, но все-таки. Собственно, изношенный короткий меч. Хотелось бы, конечно, это переодеть, но пока нет возможности. И курильщица, которая дает газы вокруг вас. Поэтому давайте посмотрим. Собственно, сразу можно перекусить для того, чтобы у нас соберем сразу росинки. Давайте подумаем, чем мы будем бить жижу. А нам ее, по сути, нечем бить. Ну, значит, будем чисто физ ДПС бить. Ух ты. А знаете, что это за газ? Это газ дезориентирующий. На самом деле это очень плохой газ. Почему? Потому что... Густой черный дым — это слепота, чтобы вы понимали, для жижи. Интересно, конечно. У нас, конечно, точность составляет желать лучшего этим мечом. Да, видите, да, черный дым нас прячет. Но на самом деле это очень плохо. Не всегда полезны прятки. Собственно, мы убили босса жижу. С горем пополам. На самом деле, вот это смешная, конечно, курильщица. То у нас дезинтирующие газы дает, то вот, собственно, прячет газы, у нас темные газы. Не всегда полезное оно, конечно, но все-таки.